О том, что дорога полна неожиданностей, хорошо знают воспитанники детского сада «Ромашка». На праздничном мероприятии, посвященном правилам безопасного поведения, ребята еще раз повторили, как нужно переходить проезжую часть и какие опасности могут подстерегать юных пешеходов. Выходит в рейс по правилам полярник и пилот. Свои имеют правила шофер и пешеход. По городу, по улице не ходят просто так. Когда не знают правил, легко попасть в просак. Воспитатели подготовили большую познавательную программу. Ребята разделились на две команды. Мальчишки и девчонки участвовали в конкурсах, викторинах, отгадывали загадки и пели песни. Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст, малыши хорошо знакомы с правилами безопасного поведения на дороге. Оценивали все этапы соревнований приглашенные гости, сотрудники госавтоинспекции. Хороший инструмент для привития детям безопасного поведения – это вот в качестве сегодняшних викторин. На примере сказочных героев, допустим, там, героев сказок, мультиков, песенок. Привить ребенку, во-первых, зрительно они воспринимают и вспоминают правила дорожного движения. Вместе с ребятами правила безопасности и азбуку дорожных знаков повторяли и их родители. Такие мероприятия очень важны для наших детей и для нас тоже, потому что сейчас у нас очень такая жизнь быстрая, активная, и частенько мы не успеваем уже уделять должное внимание нашим детям, но благодаря таким мероприятиям мы действительно все вместе, все дружно проходим все испытания. Папа 6-летнего Даниила Ивчина Евгений рассказывает, что регулярно напоминает сыну о правилах дорожного движения. В игровой форме информация доходит быстрее, вот, дети соревнуются, и у них есть понимание в движении, как надо себя вести на дороге, какие меры принимать при случае того, чего, и как правильно переходить дорогу. Я считаю, что сотрудники ГИБДД, которые принимают сегодня участие в этом мероприятии, они делают очень правильно, и это очень нужно, и пусть будет безопасно на дороге. В завершении мероприятия ребята пообещали быть внимательными и осторожными вблизи проезжей части. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.